Здравствуйте, Софья Анатольевна. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня я покажу вам несколько упражнений, которые моментально снимут напряжение в конце рабочего дня и вернут вам бодрость. Именно так, выполняя любые физические упражнения, мы приводим наши мышцы в тонус. Следовательно, организм наш начинает работать в правильном темпе, восстанавливаются все процессы и, соответственно, наше психологическое состояние изменяется в лучшую сторону. Сейчас меня прекрасно поймут те, кто всегда регулярно по четкому графику посещают свои тренировки или спортивные секции. Какое бы изнурительное ни было занятие, но в конце мы чувствуем себя бодро и радостно. Ну что же, приступим к нашим упражнениям. Итак, поставьте ноги на ширине коврика, подтяните живот и начинаем делать круговые движения для разминки плечами назад. Чуть больше круг, активнее, еще два раза и последний раз. И вперед, также 4 круга. Вперед, еще два раза. Угу. Достаточно. Таких повторов можно сделать чуть-чуть больше. Поставьте ноги чуть шире. И упражнение мы назовем лучник. Вытягиваем руки вперед, опускаем плечи. И на глубокий вдох оттягиваем один локоть назад. И резкий выдох вперед. Выдох. Отлично. Вдох. И выдох. И еще два раза. Вдох через нос. Выдох. И вдох через нос. Выдох через рот. Выдох. Отлично. Нам обязательно нужно обогатить наш организм кислородом. Ноги остаются на такой же ширине. И сейчас мы начинаем тянуться в три стороны. Потянулись вверх. Немножко приседаем, тянемся вперед и наклоняемся в сторону. Выросли ровно. Теперь еще выше тянемся вверх. Приседаем вперед, тянемся. Наклон вниз и выросли ровно. Обязательно глубоко дышать. Еще раз вверх, вперед, вниз. И встали ровно. И последний раз. Вверх, вперед, вниз и ровно. Таких подходов можно сделать 4-8 раз. И самое интересное упражнение, мы ставим руки на уровне грудной клетки, подтягиваем максимально высоко колено на вдохе и на выдох, толкаем колено руками вниз. Получается? Еще раз. Второе колено. Вдох и выдох. Еще раз. Вдох, выдох. Это можно сделать с удовольствием, изо всех сил. Еще раз. Вдох, выдох, вдох, выдох. Здорово. Вам понравилось? Легко? Этот комплекс подойдет абсолютно всем. Вам понадобится всего 10-15 минут свободного времени. И вы моментально взбодрите тело и дух. Будьте бодры и здоровы. Спасибо за внимание.